Значит, как реализован контроллер? Сейчас снимаем провод. Смотрим пока так. Значит, что здесь есть? Во-первых, мое это ноу-хау, не знаю, использует так то или нет. Я ж не могу, как все. Короче, в чем суть? Вот это спаренные диоды стоят, просто добавить мощность. Они 5-амперные. Не, наверное, 4. А не, 5-амперные, да. Спаренно спаял, чтобы они меньше грелись. Ну и плюс КПД поднять. В чем суть? Минус идет общий. Так. А плюсы идут отдельно от каждой батареи. Здесь конкретно на 3 батареи сейчас сделан. Потом они все суммируются. Заходят на ваттметр. Вот. Как подключить ваттметр? Показывал. Вот он у меня запитан, то есть если на ночь солнечная батарея выключается, он все равно счетчик не обнуляется. Что мне дают вот эти диоды, что я тут наворотил? Это мне дает возможность снизу, не поднимаясь к панелям, во-первых, заменить диоды там при сгорании, вдруг они там греться будут. Второе, я могу прибором здесь на месте проверить каждую батарею, то бишь... Раз, два, три, перекидывая ток от каждой батареи. Что удобно, не надо никуда подниматься, то есть все это делается снизу. Значит, этот запитан на питание. Потом заходит клемки на вход солнечной батареи. С выхода стоит предохранитель на 20 ампер. На случай, если вдруг где-то что-то коротнет, чтобы не замкнуть аккумулятор. Вот. Можно подключить нагрузку. Как бы осталось место, здесь можно, не знаю, там, преобразователь, например, поставить на любой вольтаж, который надо, там, 5 вольт, кому что надо. Ну и пошел провод к аккумулятору, заканчивается такими клеммами, 6 под шестерку винт. Стандартно на клемме обычно шестерка идет, не всегда, правда, но... Ну, то бишь, вот такая система. Потом я это покажу еще в действии все, естественно.